В Доме офицеров прошел фестиваль искусств, приуроченный ко Дню народного единства. На мероприятие пригласили участников спецоперации, а также срочников, которые проходят службу в нашей республике. Для них подготовили насыщенную программу. Песни и танцы народов исполнили представители диаспор Северной Осетии, а также Дома культуры районов. Цель – укрепить межнациональные отношения. Организаторы – Республиканский дом дружбы при поддержке Министерства по национальной политике и внешним связям. Мне понравилось здесь выступать, потому что я видела новые армянские танцы, которых я еще не знаю, но собираюсь выучить. Еще мне понравилось, как танцуют мои ровесники. Цель данного мероприятия – это именно поддержка наших военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, поддержка военнослужащих по призыву, которые прибыли с различных регионов для прохождения службы по призыву.